Вчера дочь Валерия Меладзе Арина всерьез напугала подписчиков, сообщив, что Новый год начался с печальных событий. Девушка показала фотографию с больничной койки и призналась, что повредила шею. Сегодня же младшая наследница 55-летнего Валерия Меладзе решила успокоить поклонников и поделилась подробностями своего состояния. Арина отметила, что действительно получила перелом, однако все не так страшно. Девушка пожелала публике всего доброго и поблагодарила за заботу и внимание. Огромное спасибо всем за слова поддержки. Все не так плохо, как могло быть, сломан один позвонок. Всем здоровья в 2021 году. Будьте аккуратны, написала 18-летняя наследница певца. Арина так и не уточнила, каким образом получила травму. Дочь Меладзе ведет довольно закрытый образ жизни и редко рассказывает о личном в сети. Однако подписчики подозревают, что все могло произойти на горнолыжном склоне. По слухам, девушка увлекается экстремальным спортом и могла неудачно совершить спуск. Напомним, что Арина родилась в первом браке Валерия Меладзе. У девушки есть две сестры – Инга и Софья. Певец развелся с Ириной в 2014 году, но еще до развода у артиста начался роман с Альбиной Джанабаевой. Солистка «Виагры» родила Валерию сына Константина, а позже подарила еще одного наследника – Луку. Между тем, Валерий и Ирина продолжали вместе воспитывать наследниц, оставаясь в сложных отношениях. Лишь недавно экс-супруга нашла в себе силы простить Меладзе.